лучше ничего не говори, лучше почувствуй, что ты чувствуешь. Потому что ты забалтываешь, и ты можешь что-то пропустить. Когда вы делали это упражнение, кто искренне это делал по-настоящему, да? Кто вошел в контакт со своими чувствами, вы могли что-то увидеть. У нас обычно очень много шума. Нас вот эти как раз центры отвлекают, потому что эти центры, это такие центры как бы за жизнь, они суетные. Хочу, могу, люблю, проявляюсь. Это все как бы... такие центры как бы ближе к земле. А вот этот центр, это уже два духовных центра. И здесь мы начинаем видеть что-то... Вот я смотрел на вас, да, и вы были очень красивые, вы были какие-то божественные, теплые. Вы преобразились, и я сам преобразился, я думаю, да. Я и себя по-другому видел.